Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. Продолжаем играть в игру Луны Тюнес. Ну что ж, давайте заберем все задания, что сделали у меня персонажи. Опа-на, золотую ракету какую-то даже мы получили с вами. Так, что у нас тут? Сильвестр дал листочек только. Ну-ка, открываем сундук и смотрим, что из него выпадет. Деньги, опыт, кирпич, магнит, кирпич и баллончик с краской. Ну что же, ладно, я думаю, пригодится. Так, Элмор, давай сюда. Одно бревно. Какой-то ты хитрый. По одному ресурсику-то добывать, а? Меня это, если честно, не совсем устраивает. Давайте посмотрим, что у нас в этом сундуке, в золотом. Так. Да. Я, если честно, думал, что будет что-то лучше. Ну, ладно. Что есть, то есть. Сильвестр, давай сюда. О, камеру дал нам. И у нас, смотрите, ребята, кого-то можно повысить. И это у нас будет Даффи. Даффи камевояжор. Камевояжор, блин. Хрен выговоришь. Ограниченная гарантия. Специальная атака. Ну что ж. Учи. Неизбежность. Так, камевояжор. Ладно. Так, задание выполнено. Забираем кристаллы. И теперь что? Опять же даем им очередные задания. Пускай они идут. Например, Сильвестр у нас будет наблюдать там за птичками всякими. Элмора отправляем на охоту. Бакс Банни у нас пойдет в Альбукерке. Пускай штудирует. Так, Фогран, что у тебя? Ага, давай-ка делай, иди. И еще можем одно задание на 3 звезды дать. А кто у нас может принять задание на 3 звезды? Сильвестр, фотограф. Давай-ка, иди. Опять задание. Так, забираем. И ставим очередной с вами ящик. Вот сюда мы его назначим. Естественно, выставляем охрану. Вот так. И здесь у нас, кстати, вот этот ящик еще можно открыть. Давайте глянем, что в нем будет. Ну, понятно, это все по стандарту. Так, ага, ну, вроде бы неплохо. И защитники. Забираем опыт. И немножко денег. И у нас еще две ячейки свободные. Так что, опа-на. Что у нас здесь? Так, мы можем с вами Бернарда повысить, Фогарна, Гектора. И смотрю, как ее звать, я уже забыл, Приси. Но также мы можем и улучшить домик. И давайте мы посмотрим, какой тут из них лучше сделать. Так, улучшение, да, значит. Здесь можно сделать, ух ты, практически у каждого можно улучшить. И я думаю, что это, наверное, будет все-таки тыквенная ферма. Да, давайте сделаем апгрейд. Все, замечательно. Ну и с вами отправляемся, конечно же, на арену, на бои. Зарабатывать сундучки. И начнем мы, наверное, с кого-нибудь не очень мощного. Хотя, смотрите, враги растут. 2400. Тут 2. Давайте начнем, вот, наверное, вот с этого. Так, Фогарна возьмем с собой. Следующим у нас будет Пигги. И кого бы мне еще взять? Ну, давайте возьмем Бернарда. Поехали. Так, сейчас, я надеюсь, они у меня по-быренькому их зачикают без особых проблем. Нам нужны, сами понимаете, жетоны, точнее билеты, за которые мы будем крутить рулетку и, соответственно, получать новые карточки. Так, что такое? Ну-ка, давайте добьем кота. Отлично у нас получилось здесь все. Так, подхил пока, я думаю, не нужен. Пока. Так, контр.
Ничего себе он. Ёлки ты палки. Так, дело не пойдет. Давай-ка его быком. Мне обязательно нужно, чтобы Фогран взял на себя провокацию. Фу. Я надеюсь, тут не будет какого-нибудь массового удара. Нету. Хорошо, пока все вроде бы нормально. Если сейчас ковбой динамит свой... Да чтоб тебя, а! Вот засранец-то, а! Ты смотри, что он сделал. Я только сказал, чтобы он не выставлял свой динамит. И он так сделал. Да, не видать нам опять сундучка. Жаль, конечно. Пляшет он тут, а. Да на ты получи, сейчас я разберусь здесь, ну. Хлам вообще. Пляшет здесь. На тебе, быком. Черт, подери, а. Ну как же так? Ай, ладно. Два билетика мы получили. Ну что ж, тогда сразу же отправляемся на следующий бой. Не будем, как говорится, здесь долго затягиваться. О, вот-вот, хорошо. Этот сундучок, я думаю, нам пригодится. Так. Давайте возьмем Элмора. Давно мы с вами его не брали. У него все-таки тоже есть и отхил небольшой, собственный. Ну и вообще, пускай он у нас там развивается. Так, что здесь? Давайте-ка глянем. Нет, ускоряться мы, наверное, не будем. Вот так вот сделаем. И... Ну что ты делаешь, кот? Ну зачем ты взял на себя провокацию, а? Ну... Ой, тупица. Ну и зачем ты делаешь рикошет, а? Эмбра, вот скажи мне. Не, ну тут автобой что-то начинает, конечно, тупить, если честно. Сейчас мне, наверное, Сильвестра-то как раз и разберут. Ага, добиваем. Ну, отлично. Так, бабуля, она что делает у нас, по-моему? Понизила атаку, нифига. И все, да? Сильвестр готов, замечательно. Пигги, ты со своей отхилом вообще не в тему, блин. Поздно ты слишком, блин. Ай-яй-яй-яй-яй. Смотри-ка, бабка умеет хилить. Ну что, вы так и будете кастоваться-то? Опять он свой викошет здесь делает, а? Да, ребята, профукали мы, короче, с вами золотой сундук. Это однозначно, тут уже, как говорится, к этой бабке не ходи, которая здесь стоит. Получи по полной программе. На тебе. Так, что ты тут разоралась, старая корга? Сейчас вот мой Фогран вам устроит тут. Добил. Элмор, ты... Вот что ты вот творишь, я не понимаю. У тебя полностью ХП. Зачем ты делаешь этот выстрел? У тебя есть обычный. Странный ты какой-то все-таки. Бабка, успокойся, а? Нет, автобой тут, конечно, подводит. Начинают они тут отхиливаться. Друг друга, блин, повышать силу, атаку, ворот. Крит-удар. Зачем это сейчас? Я ума не приложу. Ах ты, бабка-бабка, хилится, а? Все, Элмор ее добивает. Нет, смотрите-ка, Фогран. Фогран делает это дело. Ладно. Все, никаких нафиг автобоев. Надоело. Два раза уже сундук профукал. Так, хорошо. Теперь в руки беру я действие и начинаю. Так, сундучка нету. Есть. Есть сундук. И сейчас я буду наказывать, ребята. Буду жестоко наказывать. Они узнают, как играет Рэй. Так, давай вот так вот сделаем. Разберем его сейчас в хлам, вот поверьте мне. Даже пикнуть не успеет. Идет там подготовка у них. Ну что же, начнем мы, пожалуй, наверное. Ну давайте с Фограна. Монстра. 76. Так, ну как. Следопыт, ты добьешь, нет? Нет, не вышло. Так, бабуля, ты задолбала, вот честно тебе скажу. Так, ладно. Так, ну провокацию мы не будем пока делать.
Готов? Нет? А, готов, все нормально. Я уже думал, ничего себе он там. Так, Элмор взял на себя провокацию. Ну и зря, зря дурила. Мы возьмем Фогорном. Так, и будем Элмора добивать. Так, что такое? Критика. Ага. Так, ну все, Элмора сейчас мы добиваем. И давайте-ка, наверное, с этого ковбоя начнем. Так, ну что же, и просто выстрелим. 44, давайте теперь плеткой. Ну и бабулечка здесь у нас ничего не сделает уже, это однозначно. Вот так вот ей. Что ты там потираешь ручонки свои? На, познакомься с быком. Понравилось? Ах ты, смотри-ка, еще живет. Но уже не пахнет. Ладно, сундук мы с вами получаем. Также получили 3 билета и 4 наковальни. Ну, в принципе, неплохо. Сейчас мы его выставляем сюда. И у нас еще есть одно место. Так, давайте охрану выставим. Защищайте. И у нас еще одно место есть под сундук. Поэтому нам нужно быстренько его... Да, 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 именно золотым я хочу сундуком. Ну что там опять за прогрузка-то идет, а? Сделаем так, так и... Где, где, где? Вот он. Нет, все-таки надо порки поднимать, звезду. Рейтинг ему поднимать. Он слишком слабенький у нас. С одной звездой хилит слабовато. Познакомьтесь. 79. Ну-ка. Получится, нет? Ты смотри, что делает, а? Кошара, индейец. Ладно. Мы здесь подхилимся маленько. Опа-на, молния-то как он прижучил. Моего бойскаута. Фогран берет на себя полностью ответственность. Тыквой, да? Ну, как бы не так. 27 всего, отлично. Пока живем. Ага. Дудки. Так, наверное, баня сейчас у нас отдуплится. Так оно и есть. И возьмем мы в оборот Сильвестра Индейца. Ну-ка, сможешь добить? Смог. Молодец, порки. Умница, я бы сказал. Все у тебя удачно получилось. Ну что ты тут выделываешься, а? Все равно тебе уже крышка. Ничего тебе здесь не поможет. Замечательно. Ну вот, в принципе, мы и забили все нашими сундуками. И больше мы ничего с вами не получим. Да, жаль, жаль, конечно же. Так вот сделаем. Защищайте. Так, ну открыть мы тоже не сможем. Или сможем? Сможем, ребята. 95 кристаллов у нас есть. Давайте мы с вами тогда, наверное... А какой лучше вскрыть-то? Можно, наверное, золотой, да? Да, давайте его вскроем, а у нас их два. Тогда вот с этого начнем. Ну-ка, что ты нам здесь подаришь? Деньги, опыт. Слабо, очень слабо. Ого! Что мы можем опять улучшить здесь? Слушайте, а зачем я буду улучшать это? Давайте мне персонажей лучше. Подожди, я же сказал, персонажей. Будем их поднимать по рейтингу. И это у нас утка Даффи и Пепе. Давайте Пепе, наверное, все-таки мы сделаем. У него там что будет? Следующий. Шарм. Ну, давайте сделаем. А, нет. Камамбер. Пассивный скилл. На два тура. Повышает атаку на 10%. Ну что же, хорошо. Лучше бы, конечно, это был бы у ворот, как у второго скунса, но раз пока у нас нету, будем так делать. Так, ну что ж, давайте отправляться тогда мы с вами еще раз на арену. И вот этот сундучок мы, наверное, или лучше
Давайте черный. Давно мы их с вами не выбивали, не забирали. Я думаю, в этом есть какой-то смысл. Так, Даффи. И попробуем, не знаю, на автобое, может быть, рискнуть еще разок. Ой, я же не взял Пигги, да? Хилта не взял. Ё-моё. Вот я лопухнулся-то опять, а. Все это и моя спешка. На, 82, довольно неплохо. Так, ну я думаю, бойскаут сейчас его накажет. Да что ж такое-то, не хватает чуть-чуть, и все, ты хоть тут тресни. Камейжор тут выделывается. Бабуля, естественно, тоже выделывается. А мы сделаем вот так. Замечательно просто. Так, следующим у нас будет, наверное, камейжор. Давайте его добивать. Потому что он там весь пробафанный у нас какой-то. И на крит удар у него, и хп, и атака повышенная. Вот, пускай лучше он там отдохнет. Бабка с пушкой, так оно и есть. А мы тогда вот так вот тебе. Плеточка, естественно. И... Ах ты, стрелок, индеец. На, бабуля, выкуси-ка. Так, свинюшка, что ты там задумалась? Все, я думаю, тебе конец. Да, подбили. И забираем черный сундук. Три листочка нам еще дали. Так, это, конечно, все хорошо. Давайте его сюда. Погоди-ка. Вот сюда мы его назначим. Где у нас охрана? Бернард, Банни пойдет у нас. Естественно, Пипе и Силки пускай идет. Или как ее звать-то? Силки? Или Люси? Лиси? Сиси? Ну что же, и давайте, наверное, тогда мы перейдем к рулеточке плавно. Так. Ух ты, 13 билетов у нас. Неплохо, не дурно. Вот этого кота у нас еще нету. К сожалению, поэтому он нам нужен. Ну, Бернард, конечно же, есть. Оу, еще одну карточку Бернарда, и мы его прапаем. Ого! Что ж, еще одну карточку на фермера. И тоже отлично, все. Мы его повышаем сейчас по рангу. Так, Гектор. Ну, до Гектора там, по-моему, тоже, кстати, не очень-то много осталось. Все, можно... Нет, нет, еще нужна карточка. И тогда мы его сделаем. Ага. Сильвестр Пугало. Блин, вот мне интересно знать, что под знаком вопроса будет. Все, Гектор у нас готов на повышение. Бернард, по-моему, тоже, кстати, готов. Ёлки-палки, ничего себе у нас сегодня. Фартит. Два героя получат повышение. Так. Еще два раза крутануть осталось. Опачки. И кто? Ага, фермер. И последний у нас опять Бернард. Хорошо. В принципе, я... Нет. Я, в принципе, доволен. Давайте мы сейчас с вами... Так, у нас, значит, и вот этот. Давай, повышайся в ранге. Нормуль. Кстати, смотрите, как очень так весомо повышается. И, наверное, мы ему еще левел с вами поднимем. Да? Почему бы и нет? Пускай он у нас будет... У него максимальный, если я не ошибаюсь, в данный момент 13 уровень может быть. Если брать по предыдущим персонажам... Слушайте, а зачем я его прокачиваю? Я же не особо им и пользуюсь. Ну ладно, пускай. Ого! И даже дальше можно, ребят, смотрите. Да. Хорошо. Следующим у нас идет Бернард. Давайте его тоже поднимать по рангу. Ух ты, ничего себе у него мощности. 452. Ха-ха. Так, и... Кстати, Бернард-то у нас 3 звезды уже имеет. И Гектор тоже получает 3 звезды. Но он слабее, кстати, чем Бернард. У Бернарда как-то побольше всего этого.
Так, да, значит, получается. Ну что же, наверное, давайте с вами... Ух ты, три задания тут у нас выполнено. Раз, два и три. Да что такое, я же сюда не нажимал, зачем оно мне? Я же говорю, забираем. Так, и еще раз. Мультяшка-милашка. Покрутите колесо 10 раз. Ладно. Ну давайте еще с вами тогда повоюем. Так, отлично. Давайте мы тогда с вами возьмем Бернарда будем брать, раз уж он такой крепкий стал. И... Да вот так вот сделаем в конце. Блин. Ладно. Ого. Нет, подождите, ребят. Ёлки-палки, на кого я... 18-й, 15-й, 17-й... Нет, нет. На этого мы не будем нападать, что-то я сгоряча. А вот на этого можно. Так, давайте возьмем этого. Бернарда. Так, я вот не знаю. Ну, давайте возьмем фермера и Фогрена. Я надеюсь, автобой затащит. Сейчас мы это увидим с вами. Сколько нам еще примерно? Да, ребята, к сожалению, тут произошел вылет у меня из игры. Непонятно по какой причине. Что случилось? В общем, игра кританула, и я вылетел, к сожалению. Ну, давайте тогда вот здесь вот. Набираем опять свою ту же команду, что у нас и была. И в бой. Ёлки-палки, я уже было на секунду подумал, сейчас опять вылетит. Может быть... Так, ладно. Давайте вот с этого начнем. С бойскаута, да? 91. Ух ты, у меня, ребята, тут я смотрю. Оу-оу-оу-оу. Ну-ка, давай-ка автобой глянем. Так, Ральф. Вот это ты, конечно, зря сделал. Ха-ха-ха, давай тыкву ему по голове. 63. Отлично. Ну вот нафига вот ты делаешь провокацию, а, Сильвестр? Я... Вот я этого никак не могу понять. Зачем? У тебя и так мало хп. Ну, ё-моё, ну... Блин, автобой тут тупорылый. Честно скажу. Нафиг, сам все сейчас сделаю. По-нормально. Да офиг ли делать-то уже поздно. Поздно пить боржоми, когда почки сели, да, ребят? Ральф тут нифига у него там... И уклонение, что-то там еще. На-ка, по голове тебе. Смотри-ка, а, уклонение у него. Ничего себе. Так, ну-ка давай-ка еще разок. Ага, все, кончилось, да, твое уклонение. На, получи тыкву по голове. Но не добили. А теперь кранты. Да. Ну, сундук мне здесь не нужен, я больше здесь переживаю за билеты. Вот. Ну что это, ну два билетика, ну, никуда не годится на самом деле. Так, давайте сразу же еще сделаем. Я просто думаю, сколько нам примерно нужно с вами набить билетиков, чтобы... Так, давайте-ка мейджора возьмем, посмотрим, что он делает, и вот так вот. Сколько нам нужно билетов, чтобы открыть еще хотя бы одного персонажа? Ну, по-моему, дофигища. По крайней мере, на ферме это точно очень много надо. Так, давайте, наверное... Нет, все-таки с бойскаута начнем. 90. Ага, ага, смотри, что делает, а? Что творит? Нападает на самого слабого. Хорош! Что это такое? Что это делает, бумажка? Ну, вот крит как раз-то тут и не нужен бы был. Вот, вот это уже другой разговор. Так, давайте добьем бойскаута. И потом, наверное, что там? Контрудар делает бабуля. Ну-ка, бани, лови-ка саквояж на голову. Ё-моё. Ну так правильно, у них крит-удар у всех практически. Ну-ка давай-ка. На. Бедный мой Фогрен, а. Сейчас они его, по-моему, разберут. Давайте Ральфа.
будем разбирать. А у него у ворот, наверное, да? 103. Слушайте, неплохо. Я его ударил сейчас. Блин, бабуля, ты что, на себя провокацию, что ли, повесила, а? Дуреха. Нет, нет на ней никакой провокации. А почему же тогда на нее переключилась цель? Ну, в общем, это уже и не важно, потому что мы с вами 3 билетика получили. Ну, а сундук, естественно, нам придется с вами выкинуть. Выбросить, так скажем. Потому что нету места. Отлично. И сразу же, наверное, повторим еще один бой. Я просто люблю смотреть тех персонажей, которых мы еще с вами не видели. И я, например, не видел, здесь не видел вот этого пса. Также я, кстати, хочу посмотреть вот на этого Ральфа. Здесь я хочу посмотреть вот на... Давайте вот здесь. Ой, подожди, а что такое? У меня энергии нету больше. Оу, ребята, обалдеть, у меня закончилась энергия, к сожалению. Ну что ж, давайте тогда крутить барабан и, наверное, будем закругляться на этом. Ну-ка, поехали. Ах ты, чуть-чуть не хватило. Мне просто очень хочется знать, что там под знаком вопроса. Так, опять Бернард. И кто сейчас? Ах, мисс Приси. И опять Жанна. Ну, кстати, ей 5 карточек, и она повысится у нас по рейтингу. Вот, в принципе, как-то так, ребята. Да, конечно, я не ожидал, что так быстро оно закончится энергия. Мне даже немножко обидно, как-то, ну уж, чересчур быстро. Вот. Ну что ж, тогда на этом я буду завершать свой выпуск. Всем спасибо за просмотр, и мы увидимся с вами в следующей серии. И продолжим проходить эту игру, замечательную, веселую, забавную. Все, всем пока, удачи!